Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня, у нас будет очень даже необычное видео. Сегодня я покажу человека, у которого есть 1 миллиард 500 миллионов фиртов. Да, пацаны, это, если что, не крикбейт, реального чувака столько денег. Я просто сам был в шоке. Но перед этим я хотел бы вам напомнить, что я играю на первом серии Мазин Холли Плей. Мой ник Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Ну и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холли Плей. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас вот такое будет интересное видео. Больше оно будет разговорное, но скриншоты я все вам предоставлю. Поэтому смотрите внимательно видео и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну что ж, сидел я такой, и в ВК мне написал такой человек, как Desmondos. Это игрок на проекте Mazin Holy Play на третьем сервере, если что. Я думаю, по сути, его все знают, потому что у него такое количество денег, что, мне кажется, его должен любой знать игрок на Мазинге. Итак, он мне скидывает скриншот такой, типа, вот у меня 1 миллиард 500 миллионов виртов. Ну, на самом деле, у него сейчас 1 миллиард и почти 100 миллионов. И имущество у него на 400 миллионов. Итого выходит 1 миллиард 500 миллионов. Это просто бешеная сумма, за которую можно купить, ну, просто все, что угодно. Ну, серьезно, я не знаю. За эти деньги можно, блин, купить всем нормальные машины на всем сервере, наверное, 500 человек, и всем купить там М5. Ну, по-любому еще денег просто куча останется. Это реально очень круто. Также у него автопарк есть, ну, имущество. У него дом на Рублевке, я так понял по скриншоту. И очень интересная машина на блат-номерах, которую, в принципе, видите на экране. Это, на самом деле, очень круто, и, блин, я не знаю, как он их заработал, на самом деле, в принципе, потому что я не знаю, как можно такую вообще сумму заработать. Вы представляете, просто заработать 1 миллиард 500 миллионов, ну, это, мне кажется, реально, это реально, потому что вот вам живой пример. Но, когда ты об этом задумываешься, для тебя это кажется, что это вообще нереально что-то. Но чувак смог, реально, у него 1 миллиард 100 миллионов и еще имущество на 400 миллионов. Это достаточно очень круто и заслуживает реально уважения, респект тебе просто, Desmondos. Реально, ты просто красавчик, я не знаю, как ты добился таких успехов, можно сказать, в игре. Заработать такую сумму денег, это реально, ну, это просто пиздец, реально, пацаны. По-другому я не скажу. Серьезно, это просто полный пиздец. Заработать просто 1 миллиард и 500 миллионов, ну, это просто жесть. Реально за это ему респект, поэтому, пацаны, ставьте лайк обязательно, я думаю. Вот такое вот было разговорное видео. На что бы вы потратили деньги, пацаны? Напишите реально в комментариях, на что бы вы потратили 1 миллиард 500 миллионов. Мне будет интересно подсчитать. Ну и пишите в комментариях, хотите ли вы подобное видео. Ну, хотя, мне кажется, богаче человека я уже точно не найду. Хотя, не я его нашел, а он меня нашел. Он говорит, типа, ты еще записываешь видосы про богатых людей? Я такой, типа, ну да. И он такой, говорит, у меня есть 1 миллиард 500 миллионов. Я говорю, такой, скинь скриншотик. Он скидывает, я такой, охреневший. Ну, это очень классно, пацаны. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.